Привет, братцы рыбаки! Сегодня я вам хочу показать, как оснастить вот такую вот зимнюю удочку поплавком для ловли на течении. Такой способ себя отлично зарекомендовал. Я сам им пользуюсь не первый год. Хочу и с вами поделиться. Для оснастки мне нужна леска. Я вот намотал 0,08. Сам поплавок, тут уж вы выбираете себе, какой вам больше нравится. Мне вот такие вот там леточки нравятся. Грузик 6 грамм. Пара тонких, но острых крючков. Ниппель, он же кембрик. Ну и пара стопорочков. В таком варианте кивок не обязателен. Его можно заменить обычным ниппелем. Что я и сделаю, предварительно отрезав кусочек для крепления самого поплавка. Сразу же продеваю леску в ниппель и одеваю его на кончик удочки. Дальше одеваю еще один кусочек, который поменьше. И можно же сразу же зафиксировать на нем поплавочек. Поводок для крючка я буду делать с той же самой лески, поэтому чуть-чуть отрезаю от хвостика, она пойдет на поводок. Дальше отступаем от края лески где-то сантиметров 40 и вяжем здесь петельку для поводка. Чтобы груз здесь не проскакивал, ставим стопорок. Дальше одеваем грузик и ставим еще один стопорок. Повторюсь, что эту снасть я делаю для течения. Если бы я делал для стоячей воды, то я бы использовал вот такую вот оснасточку, как на летней маховой удочке. То есть основной грузик на весу, и подпасок на дне от него отступил бы 5 сантиметров и привязал крючок. Расстояние от верхнего поводка до начала нижнего я делаю 30 сантиметров. Ну и здесь привязываем крючок. Крючок буду привязывать с помощью обычного узла восьмерочка. Верхний поводок я буду крепить с помощью петли, поэтому делаем петельку. Также ее смачиваем и подтягиваем. Лишний хвостик отрезаем и привязываем сюда крючок. Точно таким же узлом восьмерочкой. Узлы каждый может вязать, какие ему больше нравятся. Я давно уже привык к восьмерке, поэтому практически всегда ее использую. Также лишний хвостик откусываем и крепим к нашей петельке. Продеваем крючок и вдеваем его в петлю поводка. Ну вот что получилось. Сперва идет поплавок, затем идет поводочек с крючком. Стопорок я здесь поставил для того, чтобы грузик случайно не разбил вот этот узел и не перескакивал выше. Дальше идет сам грузик, еще один стопорок и нижний крючок. То есть получается, при забросе один крючок у нас будет лежать на дне, второй будет плавать примерно где-то на 30 сантиметрах от дна. Если вдруг поклевки идут все на дне, не проблема, то есть можно смело сдвинуть грузик к верхнему крючку таким вот образом, и тогда у вас оба крючка будут уже на дне. Не забывайте, что надо оставить для нижнего крючка небольшой ход, чтобы поклевка тоже была заметна. При забросе поплавок выставляется таким образом, чтобы было толще воды где-то на 2-3 сантиметра под водой. Вот такая вот простая, но очень эффективно работающая снасть у меня получилась. Всем, кто досмотрел до конца это видео, спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Что-нибудь пишите в комментариях, свои варианты предлагайте. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока и до новых встреч.